Рецепт заваривания вкуснейшего кофе в Аэропресс. Собираем конструкцию из цилиндра, бумажного фильтра и перфорированной крышки. Ставим кружку и цилиндр на весы. Насыпаем 11 грамм молотого кофе. Включаем таймер и заливаем 200 мл крутого кипятка. Сразу после этого вставляем поршень. Это создаст вакуум в цилиндре и остановит протекание. По истечению полутора минут делаем несколько круговых движений конструкции. Даем постоять еще 30 секунд и начинаем медленно продавливать поршень до упора. Скорость продавливания на видео увеличена почти в 10 раз. Чем более плавнее будет продавлен поршень, тем лучше будет вкус. Когда поршень полностью продавлен, нужно вытянуть его немного обратно, чтобы при снятии конструкции ничего не капало. И все. Прекрасное начало дня готово. Можно пить так, можно с молоком или медом.